литра 10 пока набрал, еще осталось тогр чуть больше набрать. Тут ветер, чуть позже я покажу. О, солнышко стоит. Приходите на шпиль посмотреть, как говорится. Слушайте, давайте буду крупные и уже очень созревшие. Это ж такой темно-вишневый. Все усеяно. Собирать его довольно сложно. Вот именно в таких местах, потому что мох мешает. Он цепляется постоянно. Поэтому вот нет прямых местах валяться. Тут еще карликовые березы здесь. Так вот, таким образом получается. Собирать. Ну, ягода очень хорошая. Она прям крупная и очень спелая. Вишневая борода, как все называются. Видишь сейчас? Наверное, меня вообще не слышно. Осталось мошку собрать и ехать домой. Короб стоит. Странно. Сегодня буду собирать вот эту ягоду. Все, конец сентября. Вот. Все, уже листья практически опали. Покажу, как где пожелтевшие стоят. Но в основном уже все опадает. Думаю, через неделю уже все будет без листьев. Желтая будет только земля. Так вот, эта ягода очень полезная. Все время войны обязали жителей собирать по ведру, приносить ягоды военком. Там очень много витаминов, подсала на время войны оценки. Вот тоже я, не только я, многие собирают. Я делаю из нее сок. Просто набираю ее, ставлю ведро с водой, туда высыпаю, точнее наоборот, насыпаю ведро ягоду, наливаю воды и на балкон. Зимой через мясорубку прокручиваю ягоду и выжимаю через марлю. Получается очень такой концентрированный, вкусный, полезный сок. И по утрам пью. Помогает снижать давление она. Ягода, много витамина С в ней. И жмык. Потом можно заварить чай. Тоже мочегонное и хорошее воздействие на почки проявляет. Вот собираюсь собрать два ведра. Такой. Ее некоторые собирают, я знаю. Меня кума собирает постоянно. Она очень много собирает. Она донор, она говорит, что восстанавливает кровь у нее. Или как это называется. Короче, помогает ей. Еще раз посмотрите. Дошел до места, где отметку поставил в навигаторе. Я видел очень много вороники. Но тут ее кто-то уже позагреб. Вообще-то и мало кто собирает. Но кто-то все равно собирает. Ни стороны, не я один. В описании к этому видео будут полезные свойства вороники выложены. Так, на всякий случай, мало ли, может, тоже кто-то захочет, кого заинтересует эта ягода. Потом будет видео еще, как я делаю сок. Как я его ставлю на хранение, как делаю сок, это все покажу. Вот, а так меня что-то они удивили. Все собрали. Придется идти немножко подальше. Я думаю, соберу все равно. Лес большой. Смотрите, какая красота. Вот деревья стоят полностью, полностью без листьев. А я просто раньше думал, что здесь люди собирают. Обычно я прохожу мимо этого места. Тут ничего, кроме вороники-то, не растет. А они тут ковыряются.